Привет! Сегодня будем готовить очень вкусное печенье с яблоками. Печенье по этому рецепту получается очень мягкое, нежное и ароматное. Готовится легко и просто, и есть его одно удовольствие. Яйца взбиваю миксером до легкой пышной пены. Когда яичная масса увеличилась в объеме, добавляю к ней 130 граммов сахара. И продолжаю миксировать 1 минуту до растворения сахара. Теперь добавляю 130 граммов мягкого сливочного масла и пакетик ванильного сахара по весу 7 грамм. И еще раз миксером хорошо перемешиваю. Далее через сито добавляю 470 граммов муки и сразу 20 граммов разрыхлителя. А теперь все хорошо перемешиваю. Тесто должно получиться не сильно густое, мягкое и воздушное. Теперь, когда тесто готово, очищаю яблоки и нарезаю кубиком. У меня яблоки сладкие, но вы можете взять любые. Но если вам нравится с кислинкой, то можете взять кислые. Теперь нарезанные яблоки добавляю в тесто и перемешиваю. Кстати, яблоки можно заменить на любые другие фрукты. Например, можно добавить грушу. Тесто для печенья готово. Теперь на противень с бумагой порционно выкладываю тесто. Примерно по 1 столовой ложке с горкой. Отправляю противень в хорошо разогретую духовку. Запекаю печенье примерно 30 минут на 170 градусов. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовое печенье достаю из духовки, сверху посыпаю сахарной пудрой. Перекладываю печенье на тарелку и зову всех пить чай. Друзья, если вам рецепт понравился, ставьте лайк и пишите комментарий. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новый рецепт. А также добавляйтесь в соцсетях и присылайте фотоотчеты в группу ВКонтакте. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения!